Помощь в трудоустройстве. В городском округе прошла ярмарка вакансий. 27 компаний из Люберец, Москвы и соседних муниципалитетов предложили свою помощь в трудоустройстве. Какие вакансии востребованы на рынке труда и сложно ли найти сейчас работу, узнали мои коллеги. Юлия Дмитриева – инженер-технолог по образованию. Сейчас работает не по специальности, поэтому и пришла на ярмарку вакансий. Здесь она хочет найти работу своей мечты. Я смотрела, пару вакансий были, договорились, что свяжемся с работодателем. Я рассматриваю все варианты, возможности, какие есть. Возможно, где-то переквалифицироваться, переобучиться. Одно из преимуществ ярмарки вакансий – прямое общение между потенциальным работодателем и соискателем. Можно задать вопрос и тут же получить на него ответ. Именно поэтому многие предприятия регулярно используют подобные площадки для привлечения в штат новых сотрудников. Мы можем представить нашу компанию, большее количество людей может узнать о нашей компании и сделать выбор в пользу нашей компании. Те, кто не нашел для себя подходящую работу, при этом готов открыть свое дело, на ярмарке вакансий могли получить соответствующую консультацию. Специалист регионального центра поддержки предпринимательства рассказывал о том, как начать свой бизнес и на какую помощь могут рассчитывать начинающие предприниматели. Существуют финансовые меры поддержки, образовательные меры поддержки. Сейчас очень много проводится тренингов, всевозможных мероприятий, округлых столов, где мы помогаем, обучаем предпринимателей, как открыть бизнес и построить его успешно. Работодатели представили на ярмарке больше 1500 вакансий. Самые востребованные – медицинские специальности. Очень востребованы на рынке это врачи, медицинские сестры, массажисты, провизоры, фармацевты и санитарки. Второе место по вакансиям занимают это водители. Также на рынке труда востребованы рабочие специальности – слесари, инженеры, сварщики. В настоящее время на учете в Люберецком центре занятости состоит 9891 человек. Это чуть больше 3% от экономически активного населения. Следующая ярмарка вакансий в городском округе пройдет через 3 месяца. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.